Итак, все, мы уже собрались, время 11:30, и мы через 15 минут уже выходим, потому что мы договорились выйти без 15. Вот. И я поеду в кепке. Да. И вот, все, выкатываем. Чима, 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 да. Итак, мы уже выходим, мы с мамой. Да, я напоминаю. Мама, короче, она теперь хочет снимать со мной видео. И напоминаем то, что мы летим вдвоем с мамой. Ну, в плане без папы. Пока, баб! Come on. Так, ну что? А вот папа. А вот вообще-то папа. А мы класть Деньги, деньги. да. Ну и вот. О, смотри, Баляна уже выключили свет. Все, блин, круто. Счастливого нам полета, мягкой посадки и вообще хорошего В пути. машине выключай свет. Включай свет, потому что я в машине. Увидимся с вами уже, когда мы будем подъезжать к аэропорту. Сейчас там мои заматывают чемоданы, я села в машину. В общем, все, крутяцка. Все круто. А вон, кстати, там Марин зданий. И с Наташей. Вот там вот это самолет. Все, все, пока. Я покурю вас, найду. Так, я... Быстрее, блин. Я иду. Да что, мам, быстрее, блин, взяла мне такая. Да потому что ты, блин, взяла такая мне, блин, сумка тут со всеми. Как это, как Нина. Блин, мне еще неудобно. Привет, Мари. Все, крутяцка. А сейчас мы... Это ненормально. Это ненормально. Весело, весело. Мне так вообще удобно, просто супер. Просто нереально удобно. Кавычка. Марина, Марина. А, главное успеть в эту штучку. И... А мы здесь тогда встречались с этими. Да. Все, мы зашли. Вот хрень. Сюда, сюда. Марина, Марина, там моя мама, здесь я здесь стою. А я все. Регистрация у нас. Регистрация. Сюда мы пойдем. Маша, чемодан сейчас поедет. Мы на эскалаторе. Кафе недорого. Кафе очень дорого. Марина, да, Марина. И. Я не снимаю нос. Сейчас мы уже прошли контроль. И мы идем. Дьюти фри там. Да я же типа видеоблогер, вы что? Вот. В общем, все крутится. Все, контроль, все нормально. Все. Идем. Идем к магазину. Пришли в кафе. Бургер! Здрасте. Ой, я хочу туда на диван. Нет, Баряна, Баряна, Баряна. Все, это Баряна. Слышь? Алла, сбегай, как все. Ой, Екмо. Фу, одна. Ну, так вот. О, вон там самолетики. А вот здесь мы, да, в прошлый раз сидели, мама? Да, мы тут сидели. Вот. Да-да-да, мы тут мы сидели. Присели. В кафе какое-то, в пицце. Какая пицца? Сюда порухнулся. В кафе пиццу, но мы, конечно же, не будем есть. Ну, конечно. Ну, да, я пойду. О, thank you. Опа. Блин,
пиццерия. Смотрите, мы сейчас будем... Вот это вот маленькая бутылочка, короче, стеклянненькая. И вот это вот на четверых. И вот это пицца наша. Сейчас мы будем хавать. О, можно мне тоже тарелочку? Нет. Да, можешь подвинуть, пожалуйста, Мари? Нет. Синкс. Все. И мне. Мари, подвинь. Так, сейчас, смотри, я снимаю видео, Баря. Короче, мы еще сидим. И я решила снимать на фишай, просто это удобно. Видишь, какая она? Но только ее надо чуть настроить. Вот. Там у нас вот так. Скоро мы пойдем. Я не знаю, что мы сейчас будем делать. Сколько время? 2:43. 43. Короче, скоро мы уже, ну, по идее, нам должны объявить посадку. Вот. О. Блин, 92, ну ладно. В общем, ждем свою посадку. Так, сейчас мы уже... Да, давай я, да. Свеча с другом, кто не знает, как поехали, прошла на фотографии боком. Да. Ампас просто. У тебя что, видео? Да. А мы сейчас стоим уже... Да. Безумный толчок. Сейчас будем... Сейчас мы будем уже проходить самолеты, и мы идем по трапу. То есть по трапу у нас будет... У нас будет автобус довозить до самолета, а потом мы будем идти пешком. Блин, это плохо. Да. А как же ты в одном вот так застегивайся? Сейчас тогда стегнусь. Шарм Аль-Шейх, тут не видно. Вот. Сейчас видим. Беспалевное видео. Лето. Да, да, не хватит такая. Самолет. Блин, холодно, дует ветер. Меня сносит сейчас кепку. Мам! Бери руки. Вот такая вот махина, вот это нифига. Марина, подожди. Нет, я сейчас перестану видео снимать. Подержи мне кепку, она сейчас упадет. Вот это просто огонь. Сейчас будем... Меня сейчас дует просто. Кошки. А, я сижу с Мариной. Это очень круто. Крутяцкая, мы сейчас полетим. Сейчас буду фоточку в Инстаграм. Ну вот, у нас такое окошечко. Сейчас что-то нет фокуса. Ну, конечно, заляпанная. Вот. Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета Boeing 757 авиакомпании Lima Aviagutman Ladies and Gentlemen. Welcome on board Boeing 757. Укрикнула прям.
хорошо слышно. Мы взлетели, не упали, да, и все нормально. Я сейчас говорю, у меня какие-то помехи. Ну, как помехи? Как будто бы такое какое-то эхо. Вот, сейчас мы летим. Я не могу показать вам, что у нас сейчас. И не могла хорошо заснять взлет, потому что было вообще ничего не видно. Было темно сейчас тоже. Я пыталась заснять, но было темно. И вообще, то есть ничего не видно, к сожалению. Но там у нас рассвет. Не знаю, почему не получается заснять. Вот. Нам дали плед, и мы с Мариной взяли. Сейчас просто не очень большой свет, поэтому плохо видно. Когда нам будут давать кушать, я вернусь к вам. И надеюсь, что вам не очень противно слышать мой голос в микрофон. Вот. Марина. Итак, сейчас мы несли типа водицу. Вот. И дали лимонад. Ну, я взяла лимонад. И Марина. Очень темно, ребят. Безумно извиняюсь. Но это не я виновата. А за окном вот так вот. Вообще темно. Так, сейчас нам принесли покушать. Тут Марина уже открыла и сказала, что здесь блины. Просто здесь были блины и омлет, а омлет все разобрали, все закончилось. Ну вот, в таком маленьком-маленьком лоточке. Надеюсь, то, что вам будет видно, но если не видно, то извиняюсь. Вот, за окном уже начинает светлеть, уже светло, но на видео это вообще никак не передается. Просто темно, я не знаю, что с моим телефоном. Йогурт, который я не ем, конечно же, масло. Я буду показывать все близко, чтобы вам было все видно. И мед. Мед? Это мед, Марин. Марин, это мед. Мед? Вафелька. Я не ем мед. Артек. Плюс вафли. Стакан. Булочка. И кусочек хлеба черного. Вам вообще не видно. Также там влажная салфеточка и набор для, короче, того, чтобы съесть это. Это вилка, ножик, ложечка, соль, перец, а потом еще какая-то штучка и салфетка. Сейчас я все попробую это. Ну вот, я еще взяла помимо лимонада вишневый сок. И сейчас это все покушаю, потом к вам вернусь. Вот. За окном у нас уже так. Я не знаю, почему это так. Почему не может нормально передать. Ужасно. Ура, ура, наконец-то. Чуть-чуть начинается виднеться. И сейчас мы прилетим. Я просто не очень успела. Сейчас за крылом находится огромный купор облака. Сейчас можете его наблюдать. Вот, вообще, да, такой прикольный купор. И вообще мы летим в облаках. Сейчас мы были в зоне турбулентности.
я проснулась, типа. В общем, сейчас время... Сколько время? Сейчас посмотрим. Мне неправильно наебать, Марин. Короче, не видно. Сейчас время 7:10. А по идее, мы должны прилететь через где-то 20 минут, может быть, 30 минут. И мы уже снижаемся, потому что облака становятся все ближе к нам. Ну, то есть к самолету, как бы. И скоро мы уже будем ниже облаков. Тогда будет все видно. Вот. Если судить по карте, я просто не вижу сейчас, где мы находимся. Очень далеко и все. Как-то непонятно. Не знаю, но мы пролетали уже море, то есть море было видно чуть-чуть, да. Сейчас покажу вид из окна. Вот такие пушистые маленькие беленькие облачка. А солнце, о, Барянг проснулся. У нас здесь, с нашей стороны, солнце очень. Вот. Поэтому я как-то пледом закрываюсь, и жарко, то есть от солнца, вот. Надо надевать очки, когда мы придем. Даже можно уже сейчас надевать. Вот сейчас, короче, покажу вам вид из окна. Как-то так, но фокус на морозные штуки, в общем. Ну, короче, вот как-то так. Видите, он фокусирует. Ну, в общем, такие у нас делишки. Снова.
центр, полная остановка самолета и выключение светового табло, застегните ремни. К выходу мы вас пригласим. Пожалуйста, не забывайте свои вещи, принесенные в салон самолета. Благодарим за внимание. Все, молодец, была. Ladies and gentlemen, our plane just entered terminal 6 airport. Please stay with us at one center. Pull the pass and book time is turned off. You'll be invited to disembark. Thank you. Привет, мам. Привет. Итак. Это. Мы прибыли в аэропорт. Ну, да, Шарм-эль-Шейх. Конечно. Она еще летит. Шарм-эль-Шейх. Ждем. Регистрацию, точнее, не ждем. Короче, очередь здесь очень большая. Вот. Ну, это не регистрация, а, короче, какой-то контроль. И я просто... Мы летели очень долго, мы летели 5 часов. Меня, может быть, сейчас смотрят, как на дауна, но я не даун. Я просто снимаю влог. Барян, ты куда это забрел? Мы забрали свой багаж. Ну как, еще одна... Осталась еще одна тетенька у меня без него. И она его ждет. А я пока что... Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, ко мне обращайтесь. Что, меня зовут Рами. Самое главное, пожалуйста, переведите ваши часы на египетское время. Потому что у вас весело там в отеле будет только по египетскому времени. Час назад. Тоже, если вы заметили, здесь очень много охранников, вертолеты и так далее. Да. У нас каждые 2 недели состоится такая очень важная конференция. Недавно, это вчера началась такая конференция арабская, чтобы решить проблемы, которые возникли на территории Египта, особенно после 2 революций. Поэтому, пожалуйста, сейчас раздам вот такие анкеты, там написано, в каком отеле вы отдыхаете, имя вашего отельного гида и во сколько состоится встреча с вашим гидом. Сейчас у нас первое даже время, если вы отдыхаете несколько раз, все равно надо прийти на эту встречу, потому что они вам подробно расскажут, кому доверят, кому доверят, куда ехать, со скольки, до скольки. Потому что у нас здесь есть определенное время, чтобы ходить в лет, потому что наш президент так еще 100 миллионов основных. Хотя здесь все под охраной, вообще все крутится. Все красиво, все поливается. Второй доход Египта. Такие проблемы, конфликты, которые у нас были на территории Египта, это была только африканская часть. И там мы Каир, больше не заблуждение, мы идем на хлеб. Прикольненько, и красиво. И там собрались против нашего Алексея, Сидор Фарага и в Александрии. Очень-очень скоро приедем. Приехали. Значит, наш отель, солнце встало. Встало. И мы в очочках. В общем, сейчас мы на ресепшене, там сейчас будут нас заселять. Вот. И интернет нужен нам, чтобы зафотаться и выложить все. Такие вот дела. Так, сейчас мы сидим возле... Не знаю, возле чего, короче, мы сидим, и это уже хорошо. Мне очень жарко, я разделась, но мне очень жарко. Марина, знаете, уже покатались на горке, знаете почему? Потому что их заселили, а нас нет. Все потому, что наш номер убирают, ах, они плохие. Мне очень жарко. Погода разгулялась, вообще безумно жарко. Я буду сейчас купаться, это точно. Смотрите, вот в каких я штанах, а Марина в шортянках. Огонь. А вот у этой девочки Яны, у нее вообще черные штаны. Я вообще не знаю. Вот я хочу снять все это. Так, сейчас мы не заселились еще в номер, но мы в Наташином номере. Переоделись в купальники. Так вот. Сейчас мы хотим покататься на этих, как их зовут, горках. Но сейчас я пока что вам не буду снимать, потому что, ну, на горках, потому что я... Сейчас пока первый раз хочу скатиться, ну, одна, вдруг там что-нибудь. Ну, я, короче, боюсь первый раз с телефоном. Вот. Мы там познакомились с одним аниматором Лукой. И он прикольный. Но он звал нас гулять. Ой, гулять, играть. Или что-то там делать, но мы отказались. Вот. Такое эхо, конечно. Я не знаю, когда нас засели. Ну, села.
пока. Сейчас у нас время в 7:32 и 5:32, что-то я просто запуталась. 18:32. Вот. И сейчас мы уже сходили в аквапарк, то есть там мы уже и покупались, и вообще, короче, отдыхали, загорали. Я чуть-чуть загорела. Я уже помылась. Ну, там сидят. Вот там так вот у нас. Вот. Так что так, сейчас мы хотим с Мариной сходить в спортзал. Поглядеть, что там такое. Вот, можно посидеть на таких не очень чистых стульчиках. Вот. Что? Ну, такой вид из окна у нас на Крутяцкие горы. И мы договорились с Мариной, что она сейчас выйдет, и я буду смотреть, как она выйдет. И тогда тоже выйдет. Ну, конечно. Может, даже кофту одеть. Потому что мне как-то прохладно здесь стоять. Я не знаю, что это такое, но... По всей штуке вон тот чувак с какой-то хренью носится. И за ним идет мальчонка, тоже снимает видео. Ну как бы. Я не знаю, зачем эта хрень. Но мы здесь хотим. Спа, это бесплатно. Ты можешь это понять? Только вход с другой стороны. Вот и все. Марина. Маринина мама не поверила, то, что... Я уверена, что это бесплатно. Просто уверена. Но мы сейчас спросим, платно это или нет. Я сразу одела кросс. Уже так нереально круто. Уже, простите, я костюмнела, но на телефоне кажется еще темнее. Я не понимаю, почему телефон... Вот, меня, то есть, ну, не видно, я не знаю, почему. Вот. И сейчас мы делали фоточки с Мариной, ну, не сейчас, когда было чуть посветлее, и, возможно, я их вставлю. Сейчас мы кушали, и время около 9:30. Мы пойдем сейчас в амфитеатр, я вот так одета. Вот, сейчас я иду домой с Мариной отнести iPad. Вот. Где тут наш номер? У меня телефон садится, так что завтра только смогу вам заснять уже. Открывайся. Давай. Здрасте. Все. Всем до завтра.